Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Мисс Лера, и сегодня мы играем в Майнкрафт. Да, в Майнкрафт! И сегодня наша задача построить дом и выживать. Давайте же построим дом. Для дома нам нужны доски. Ой, кто это был? Странно. Ну да ладно, давайте же дальше играть. Как же весело, как же весело. Давайте же еще одно дерево сломаем. Вот так вот мы ломаем дерево. А пока что у нас сколько дерева? У нас его 6. Сейчас 7, сейчас будет 8. И сейчас я вам кое-что расскажу. Со мной однажды произошла история такая странная. Но вы, я думаю, поверите. Я, короче, шла, когда домой, увидела замок. Да, замок. По пустыне шла, и там увидела замок. И я хочу вам его в следующей серии показать. Да, я не хотела туда заходить, но потом решила, что пойду и сниму видео. Обзор про какого-то там дома. Но я думала, что он какой-то плохой. Ну, хотя, как он может быть плохим? И, ну, не знаю, там я не знаю, кто жил. Может быть, какая-то ведьма. Я даже не знаю, кто это может быть. Так. Ну, я даже не представляю, кто там есть. Но я думаю, что там, ну, живет какая-нибудь ведьма, что ли, все-таки. Ой, смотрите, яблоко. Ой, я не могу бегать, потому что я так кушать хочу. О, как много еды, так счастливо. Я теперь могу покушать. Яблочко надо еще поднять. Какое вкусное яблочко. Еще барашку убить надо. Барашка, не уходи, я добрая. Я сказала, что я добрая. Хорошая барашка. Так, постройка, я вот тут. Ой, тут лошадка еще есть. Давайте же попробуем на нее сесть, но она не ручная, я не могу. Может, еще раз попробовать? Ура, я села. Открыть. Я не могу открыть. Плохая лошадка. Мне надо тебя убить, чтобы получить вещи от тебя. Вот так вот. Ура, мы теперь что-нибудь сможем из этого делать. Так, ну, броню. Маленькая свинка. Но нам нужна сейчас корова, чтобы ее убить и кушать. Потому что мы же выживаем. Где набрать еду? Побежали. У нас теперь 6 этих штук. Ну, я знаю, как она называется, но я забыла. Еще одна барашка. Я теперь смогу сделать себе кроватку. У меня так много шерсти. Побежали. Ох, какой красивый цветочек. Возьму его к себе. Так, сейчас будем строить домик. Он, ой, чуть-чуть промазала. Он у меня будет, ну, небольшим, конечно. Ну, давайте продолжим. А зачем мне большой дом? Что я там хранить буду, а? Я даже не знаю. Не, ну что, кухня нужна, второй этаж хочу себе еще сделать. Ну что еще? Ну, ой, слишком большой дом у меня получился. Ну, я еще хочу сделать себе... Ну, не чердак, а там, где у меня много сундуков будет. И где я там буду хранить все свои вещи, когда у меня сундук закончится. Ну, место в сундуке закончится. Так. Уже вечер. Ой, боже мой, кто это? Это что, большой слендер? Я так боюсь его. Давайте же быстрее строить. Я так боюсь. Сейчас ночь будет. Я так боюсь. Ой, я пугаюсь. Я так испугалась, что я боюсь все делать.
дух меня зомби скушает, а дух скелет стрелами меня убивать будет, а дух крипер мой домик взорвет. Надо все быстрее делать. Так. О, у меня 10 блоков осталось. Нет. Я ж так не успею сделать себе дом. Один блок. Придется опять любить дерево. Надо только по-тихому, чтобы крипера не было. А то я так боюсь крипера. Давайте шепотом разговаривать. Кто-то услышит. Я буду стараться погромче говорить. Как-то вот так. Вот так вот. Давайте рубить дерево дальше. Интересно. Ладно, я думаю, что тут никого нету, так что буду нормально говорить. О, я тыковка. Кстати, у меня скин, как вот там, полиции. Так, пойдемте дальше строить дом, но я все-таки буду шепотом вот так вот разговаривать, потому что мало ли кто тут будет, а то я так. Оказывается, слендер большой. Дерево закончилось. Нет. Слендер нет. Ну, ладно, всем пока, дорогие друзья. Я думаю, что на этом видео закончится. Я потом продолжу. Всем пока.